Всем привет, друзья! Я уверен, что вы точно так же, как и я, слили много свободки и золота на ярмарке, а взамен получили, в лучшем случае, песочный танк. Именно так у меня и вышло. Я получил М3 легкий и тетрарх. И я решил проверить, на что способен тетрарх второго уровня, который стоил мне больше 150 тысяч свободки и 2000 золота. Я не мелочился и поставил его против ИС-3 защитника. Самый дешевый танк с ярмарки против самого дорогого. Для тех, кто не в курсе, защитник в первый день ярмарки стоил больше 72 тысяч золота. Да, 72 тысячи. 7 раз по 10 тысяч и еще 20 раз по 100. Чтобы все было по-честному, в этом бою защитник не будет стрелять. Давайте считать, что все деньги ушли на танк и на снаряды не хватило. Погнали!